мне ж одного не купили. Раз, два, три. Да нет, ну, во-первых, блин, не по понятиям вообще. Минимум, минимум нужно задерживать на 15 минут, понимаете? А мы сейчас на 12 минут только задержали. Если вы вдруг моим коллегам-музыкантам сообщите, что я начал раньше, все, меня этот выгонят из сообщества этого. Ты чё, чайник, вообще охренел там, да? Во-вторых, очень необычно, честно говоря, играть квартирник, когда микрофон есть. Нет, ребят, ну это правда. Вообще, честно скажу, с микрофоном здорово, потому что я вот Нине, Володе, я объяснял, что вот тяжесть квартирника в том, что иногда хочется спеть громче, иногда тише, а без микрофона это сложно очень сделать. Вот. В-третьих, конечно, самое веселое время мы с вами собрались, ребят. Очень, короче, интересно. К сожалению, 23 февраля у нас не получилось традиционно. Я не знаю, может, кто-то не знает, мы традиционно 23 февраля у Нины всегда делали квартирник. Вот. И я всегда уезжал в Украину к сыну, ну, на день рождения, потому что у меня у сына 24 февраля. Вот. А теперь... Ну, вот как-то так. Хочу попросить прощения, ребят, может, вы знаете, у нас отменилось электричество. Отменилось, мы очень хотели, но ситуация была такая, что там, ну, и в плане организации не очень все было прям, ну, лихо и весело, и в плане, короче, музыканты... В нашем возрасте это не только музыканты, но это еще и жены, и, ну, то есть вы понимаете, да? Которые говорят, куда ты, сука, едешь? И зачем, да? Ничего, нормально, ворончик сказать. Ну, ребят, я на самом деле мечтаю приехать всей бандой и все-таки в Белгороде, ну... Мы это называем, знаете, как раздать говна, прям, ну, по-хорошему. Правда, очень хочется, и я уверен, что однажды мы это все-таки сделаем. Утро, новый день, вставать сложно. Дождь стучит в окно и рядом. Ведь в этом городе дождю можно не смывать меня следы твоей помады. Я в метро опять читаю сводки. Я пишу из-под земли, что мне тревожно. Мои чувства к тебе крепче водки. Я люблю тебя, будь осторожна. Я с трудом, но нахожу силы до конца не раскрывать карты. Жизнь играет с нами так мило, что не вписываемся в стандарты. Я в метро опять читаю сводки. Я пишу из-под земли, что мне тревожно. Мои чувства к тебе крепче будки. Я люблю тебя, будь осторожна. Все не просто, чаще все сложно. Много ты, не меньше я, прощаю. Но в этом городе дождю можно не смывать тебя с меня, я разрешаю. Я в метро опять читаю сводки. Я пишу из-под земли, что мне тревожно. Мои чувства к тебе крепче водки. Я люблю тебя, будь осторожна. Я в метро опять читаю сводки. Я пишу из-под земли, что мне тревожно.
мои чувства к тебе крепче водки. Я люблю тебя, будь осторожна. Поменяем местами. Да. Мы с Денисом познакомились в Харькове, ребят. Вот. И он был даже какое-то время звукорежем группы ДНЦ. Вот так вот. И когда он говорит, давай попробуем вот так вот сделать, я ему доверяю. Мы сейчас все под контролем. Ну, он же никакую там смазку не достал, знаешь. Давай попробуем вот так вот сделать. Что, реально перестало хрипеть? Да. Без звука вообще. Реально перестало. Попой, попой уже. Нет, есть. Он? Сейчас. По-моему, проблема именно со шнурами. Сейчас можно поменять смазку. Вот. Ты что-то смазку, да? Плюнул. Это может сам датчик быть. Тут вообще без вариантов тогда. Ну, ребят, если немножко похрипит, ничего страшного. Да. Часто кажется, что все снится нам, и приходы с каждым днем все красочнее, а где-то там гуляет ложь. По рукам, а у нас нет повода встречаться с ней, но мы с тобой переживем. Я готов на неморском камушкам скрываться в мирской. Все, что есть, затаится и лежать яблочкам. Ущипни меня сильней, еще сильней, что проснулся и забыл этот сон. Как бы сделать нам с тобой еще больней, есть вечность идей миллион, но мы с тобой переживем эту жесть. Я готов на дне морском скрывать сует и мирской. Все, что есть, затаится и лежать я дышал. Рядышком мы с тобой переживем. Ребят, да, знаете,
Мне кажется, что мы реально переживем. Вот, главное. Главное. Я даже не знаю, что сказать. Главное. Пусть у каждого главное будет свое, да. Только в личку. На платформе все как заколдованные были птицами, стали птичками. Не летят, не едут, сидят прикованные по дорожнику электройке. Сапоги не доедут, сапожнику нить оплачена. Нет иголки. В городе без любви пою день от дня. Господи, разгляди в этой толпе меня. Дай мне немного сна, чтобы набраться сил. Большего не прошу, меньшего не прошу. Некому со своей правдой, что с открыткой на Алиэкспресс. По вагонам вместе с помадою, по дешевке толкать антистресс. На платформе табла, табло, господи. На платформе табло не светится, пахнет куревом и бухлом. Господь антилайки кликает, пес бродяга виляет хвостом. В городе без любви пою день ото дня. Господи, разгляди в этой толпе меня. Дай мне немного сна, чтобы набраться сил. Большего не прошу, меньшего не прошу. В этом нет ничего необычного. Все привычно для обывателя. Поезд выехал, станция Выхина. Поезд едет в такой-то матери. На платформе табло не светится. Валидаторы не работают. На священнику каждого крестится. Мысленно посылая к черту. В городе без любви пою день ото дня. Господи, разгляди в этой толпе меня. Дай мне немного сна, чтобы набраться сил. Большего не прошу, меньшего не просил. В городе без любви пою день ото дня. Господи, разгляди в этой толпе меня. Дай мне немного сна, чтобы набраться сил. Большего не прошу, меньшего не просил. Танцуют вальс, как и по
движение. Ты провал имени старой шлюхи. Все для нас вино, смех молодых графинь. Ведь нынче бал цветет сирень, и тихо плачет свирель, то молодая Мишель, на коленях рядом Моцарта тень. А во дворе гимназист в охмеле подносит к сердцу ствол, стреляет в упор на спор. Смотри, мой друг, они зажгли для нас огни и рассчитали по минутам. Наши дни раздали карты в руки тебе и мне. Но знаем мы, у них есть козы. В рукаве цветет сирень, и тихо плачет свирель, то молодая Мишель, на коленях рядом Моцарта тень. А во дворе гимназист в охмеле подносит к сердцу ствол, стреляет в упор на спор. Смотри, мой друг, они танцуют вальс. Смотри, мой друг, они зажгли для нас огни. Забавный, на самом деле, вы народ, как слушатели, я вам правда поделюсь. Но я тоже забавный, пиво пью. Сидишь, стараешься, ну, вернее, даже не стараешься, с тебя прет, пишешь песни. Новая. Играешь, все сидят. Мы еще не слышали. Как там играешь, короче, песню 20-летней давности все. Да. Андрюх, это как с коньяком. Годами все. Я не понимаю. Честно, ребят. Не, ну почему? Ее нужно прочувствовать, обмозговать, принять, прожить. Потом оно все. Ну ты-то ладно, ты всегда сидишь здесь и подпеваешь. Ты не считаешься, мне кажется, тебя прислали. Там, ты потом это, табель сдаешь, а что там? Что пел, что говорил, там, знаешь. Нет, ну правда, ребят. Да то после квартирника это приходит. Вот прикиньте, вот мы с ребятами выпускаем новую песню, сидим такие и смотрим, там лайки, комменты, все сам сидим. Нихуя. Чего, блин? Ладно, ну... Блин, ну, настоящая песня. Новая песня. Не задалось со всех сторон ложь. И непонятно, кто здесь друг, кто враг. Чем дольше бойня, тем тупей нож. И в доме поселились боль и страх. Не надо, не надо, не надо так. Не надо, с нами так. Толпа шустрее за бугор, а кто во враг? Кто много лет в подвале жжет свечу?
мечты разбиты, планы терпят крах. И многих срочно показать врачу. Не надо, не надо, не надо так. Не надо с нами так. Не надо, не надо, не надо так. Не надо с нами так. Им все простят, им все сойдет с рук. И будем дальше жить иначе, как мои слова для них пустой звук. Но все равно кричу, не надо так. Не надо, не надо, не надо так. Только с ребятами вот говорили о том, что есть реально такая история. У меня дико плохая память, но на имена. То есть и оказалось, что у ребят тоже плохая память. То есть и бывает вот, ну, вот эта вот история, что вот смотришь на человека, ну ты его видел вот миллион раз, ну да, ну не миллион, но то 100 000, окей. Ты его знаешь, вы с ним даже общались, но ты вообще не помнишь, как его зовут. Ну вот, вот правда. Я вот, тебе вот привет передавал через Ларису пересылки. Ты меня не вспомнил. Ну, ну вот поэтому, это, потому что. Я уже понял, что ты. И поэтому вот сейчас вот свою эту песню. Потому что вспомню, там как раз вот есть как раз вот эта вот строчка. Не всех назвал по имену, но лица помню. Вот, понимаете? С ним. Смоет нас дождь с карты в районе марта в масштабе весны. Прощаемся мы. Сколько лет старый плед Еломаль, плюс один тепла, сколько зимы. Сынем, черт с тобой, уезжай, твой вагон. На мой вокзал льются горькие слезы, на алые розы вечный путь. В млечный май, уезжай, черт с тобой, уезжай. Всех назвал поименно, но лица помню, всем привет.
сколько лет старый плед ел мой. Ноль плюс один тепла, сколько зим мы. Час с тобой, уезжай, твой вагон на мой вокзал, плюс энергию, слезы на алые розы, вечный путь в млечный май. Уезжай, черт с тобой, уезжай. Черт с тобой, уезжай. Свалить ответственность за принятие каких-то решений, ну, на кого-то другого. Знаете, и я в этом даже песню написал, а потом придумал, блин, это так классно. Вот, мы с женой там подходим к магазину. Я говорю, Кать, пойди пивка, зацепи там. Я тут постою, покурю. Вот, и она идет, матерится, конечно, на меня, а я такой... Типа... Пусть кто-то другой принимает решение. Пусть кого-то другого приводят в пример. И если вдруг на мой счет возникают сомнения, я не дочка и не запятая, скорее пробел. И плевать ваше мнение, мне не интересно. Я давно ненавижу вот это вот все. Теперь притворяюсь. Пусть кто-то другой вам расскажет всю правду. Пусть кого-то другого за нее уведут на допрос. А я давно не салют. Я промокшая в луже, петарда. И взорвусь ли когда-нибудь? Очень хороший вопрос. На меня возлагали большие надежды. На которые я ржавый бог возложил. Я не тот человек, негодяй и невежда. Проклинайте, давайте, ведь я заслужил. Интересно.
Я давно ненавижу вот это вот все и не каюсь. Я не тот человек, среди вас мне не место. Оказался случайно, теперь притворяюсь. Коробок, так жги как надо, а на вокзалах и в электричках Бог с тобой, я тоже рядом. Куда-то смотришь на кондиционер, как будто от него зависит звук. Я думаю, ты же сегодня оттуда поешь. Этой ночью я смог расставить все по местам, лунным светом протереть пыльные полки. Этой ночью я смог сказать «да» своим мечтам, и на коже
появились иголки. И бесконечные дожди после точек с запятой утопили города в грязных лужах. Тихо поступ гладных ног этой ночью я смог и поверил, она уже не будет хуже. Бесконечные дожди после точек с запятой, эй, луна, подожди, ты куда, я с тобой. Да, своим мечтам. Что там дальше, не помните? И сказать своим страхам нет. И почти победил, взял союзники луну, но внезапно наступил рассвет. И бесконечные дожди после точек с запятой утопили города в грязных лужах. Тихо босы ватных ног этой ночью я смог и поверь, луна уже не будет хуже. Бесконечные дожди после точек с запятой, эй, луна, подожди, ты куда, я с тобой. Бесконечные дожди после точек с запятой утопили города в грязных лужах. Тихо поступ ватных ног этой ночью я смог и поверь, луна уже не будет хуже. Бесконечные дожди после точек с запятой, эй, луна, подожди, ты куда, я с тобой. Далека за нею рассвет. Я пока еще здесь, а там меня уже нет. Я уйду, не прощаясь, я вернусь, не простив. Не верну ничего никогда, без обид и обидных потерь. Ночь не так далека и так близка. Дверь. Ночь не так далека, я еще докурю. Пеплом стану слова, слова так просты. Никому ничего никогда. Обещаю не обещать, ночь не так далека и так близка ты. Ночь не так далека и так близка ты. Вспомнил про ночь, то, наверное, нужно вот эту вот следующую песенку спеть. Кондиционер. Ребят, а мы сейчас еще пару песен и сделаем небольшой перекур. Первый канал на одно деление выше сделай. Белую. На пульте. Дайте пульт. На первое, самое левое, да? Да. На одно деление выше. Вот тебе. Ты так и написал.
все, там первое деление, белый пульт на 4 раза меньше сделали, все правильно? Ночь выплакал глаза, прячет свое лицо. Утро приветствует нас, смелых и покрытых. Кофе не надо пять, скорее разбуди. Срочь нас в силы гулять, а потом на завтра. Новостей абсолютно нет никаких новостей. Поезд вместе сошел, воздух прозрачен, дыши от души, и той, кто рядом, скажи люблю. Не упал в самолет, вот, и никто в ДТП не разбился. Станции скорой, ночь не жена, возврач на радостях напился. Я напьюсь. Нет никаких новостей. Какую-то историю, но в Белгороде точно, потому что я года два, наверное, вас не был, да? Полтора. Полтора, да. Вот ты все сидишь вот здесь, считаешь. Год и два месяца. Ребята, когда группа ДНЦ начнет собирать деньги, я уже нашел бухгалтера. Вот, по поводу вот песни «Нет новостей», это, ну, слышали ее в записи? Да. А слышали вот этот голос дворник Степаныч? Да, да. Ну, короче, смотрите, это забавная была штука. У меня есть друг, ну как, хороший товарищ. А он работает на одном из центральных телеканалов Российской Федерации. Я уж не буду его называть, прям имя, фамилию. Вот, то есть, но раз в неделю, если вы смотрите один из каналов, вы его видите, это правда. Вот, ну, мне тоже смешно, так смотрю, о, Кать, говорит, смотри его, вот, ну, и я еду на студию записывать песню «Нет новостей». Я ему пишу, говорю, Миш, видите, обознали. Хорош. Говорю, тут такое дело. Говорю, а ты можешь, говорю, например, записать, ну, у вас там где-то, ну, звук записывается, записать парочку фраз там таких интересных. И сейчас он говорит, ну, Андрюк, давай, пиши. Я сижу в электричке, я еду на студию, я в электричке реально сочиняю этот текст. Типа, здравствуйте, сегодня в нашем выпуске нет никаких новостей. Ну, то есть, все вот эти вот штуки я реально сочинял. Записал ему, скинул. И потом думаю, надо что-то там в середине вставить прям. Знаете, такое прям интересно. И я сижу такой, да, говорю, сегодня выпуск наших новостей прерывает экстренная новость. Вот дворник Степаныч, ранее являвшийся пропавшим без вести, внезапно вышел из запоя. Вот это вот, это вот все там. И типа приступил, ну, к выполнению своих обязанностей. Я ему скинул, он прочитал. Скидывает мне потом файлы, ну, то есть, аудиодорожки. Потом мне звонит, говорит, чайник, ну ты, блядь, мудак. Я, говорит, захожу, говорит, а там же сидят эти операторы, собственно, я как обычно, типа, новости читаю.
И я начинаю, говорю, ранее пропавший без вести, дворник Степаныч, вышел из запоя. А все на меня смотрят, вот, говорит, может, я белую горячку. Я, говорит, я им еле объяснил потом, что это для личного пользования, там, ну, знаете, для песни, да. Ладно, давайте что-нибудь споем и перегур сделаем небольшой. А что споем, ребят? А, я знаю, что. Нет, по лукам мы начнем. Нет, я знаю. Смело, посмело, сумела, по телу дрожь кричала, ревела, устала, достала нож последней, записка писала, подруга, держись, не бойся, смелее, хватайся. В последней записке писала, как будто во сне, вот деньги уедешь, а там не забудь обо мне, догонят, погонят, посмотришь, решай все сама, и было на вдвое, подруга, теперь ты одна, я тоже. Любила мечтать я должен, когда-то томилась в начале весна во всем виноваты, цветы и кровать во всем виноваты, портфель и весна. Перекур. Есть какие-то ко мне вопросы. Ну, смотрите, ну квартирник это же когда можно, ну, отвечать на разные интересы. В июле будет электричество. В июле нет. Будет электричество в Москве, будет электричество в Питере, будет фестиваль в Уфе. Поедем на Улетай. Вот, а потом все, если даст Бог, я уеду в Абхазию, в мою любимую, и просто там буду греть свое пузо на море. Вот, а когда Ростов-на-Дону? Ростов-на-Дону рассказываю. 21, 22, 23, 24 июля, это у нас, мы еще немного не объявили, но это будет. Это будет полное электричество Ростов, Краснодар. Что-то там, что-то, ну, в этих всех краях, то есть, короче, ну, и 24-м мы в Сочи, ну, рубанем. Дадим говна, как я говорю. Вот, вот так вот, Валь, привет. Вовремя, да? А песни «Вспомнить все» записывать будете альбомом или нет? Ну, старые, которые... Сейчас, пока пишут новые песни, вот. Старые, ну зачем? Старые пусть, ну там лежат. Вот. Но недавно я обнаружил песню, просто пипец, для меня старую дико. И она никуда не вошла. Совсем. Не скажу. Ищи. Не скажу, ребят, это дико старая песня. Ты вернешься ко мне зимой? Нет. Хотя бы одну фразу. Блять. Да? Последние три буквы. Ребята, обыщите. Его курочка ФСБшная, точно. Эротик. Я знаю, что есть такая песня, но я ее даже не помню. Откуда ты ее знаешь? Она есть в записи. Вместе со свадьбой поминка. Нина. В следующий раз проверяй, короче.
Не, ребят, на самом деле, у меня будет ретро-квартирник в Москве. Логично. Да. Вот. А чем я что-то вообще... Про запись, все в том. Старый. 1 июня будет релиз классной песни. Мне она очень нравится. Очень нравится. Прям вообще очень нравится. Очень нравится. А? До премьеры. До премьеры нельзя. А. Вот. Можно. Мы никому не расскажем. А потом, возможно, летом мы сделаем вот старую песню. Ну, послушайте. Секрет. Барабаны мы уже записали. Ну что секрет? Ну, ребят, ну вы просто ее реально. Я ее забыл. Если я ее забыл, откуда вы ее будете знать? Мальчика, что ли? Мальчик колокольчик. Серега, он тебе ее споет. Ребята, у кого руки еще работают, схватите его и заберите у него мое дело, у кого. Потому что мальчик-колокольчик, об этом вообще никто не знает. Она есть, вспомни все, запись карантинная. На ютубе. Маме стала подводить Андрюха. Катя, вызывай такси, мы уезжаем. Ладно, давайте немножко попоем, типа, хором. Ну, окей. Да. Можно же так? Нужно. Нужно. Давно. Да это не так. Как паук плету паутину, и в слове жестов загадок пазл. Каждый раз нахожу причину, пишу картину по хлебу маслом. Как паук в ожидании жертвы, зажался в угол мохнатым брюхом. Прячу ложь между строк конверты, не зная правды, но верю слухам. Как дела мои, все в порядке, живу отлично, пишу о матах, а остальное сплошные догадки. Лично, а то вам надо! Как паук охраняю полночь у старой лампы на книжной полке. Межреальностью и сновидением я привидение в татуировке. Твои подруги, мои укусы сравнила с казнью. Заживет все, намажешь мазью или слезами твоей подруги. Как дела мои, все в порядке, живу отлично, дышу наладом. Остальное пошли на гадки, теперь я лично, а вам надо. Как дела мои, все в порядке, живу отлично, дышу наладом. Остальное сплошные догадки, теперь я лично, а вам надо. Да, уважаемые дамы и господа, ну нахуй никому не надо. Слушай, вы так классно поете. Давайте продолжим. Нет, прям интересно стало. А может, давайте медляк споем? Есть повод. Фрейда? Нет, Фрейда нужно играть. Ребят, Фрейда нужно играть, вот я, ну прям, ну правда скажу, его нужно играть всей бандой. Когда там и, ну, вот это вот все. Ну, чтобы разгадать. Зачем Фрейда играть в акустике? А в акустике, ну, максимум можно вот это вот сделать. И этот город. Вишенни облака в форме недоброго пряника. И этот город, и чай с молоком, грусть дворняк, зубную боль безголового всадника.
и эту встречу. И вся, что убить обещает, то прощает, а то не прощает. Кстати, это бойня тоже тебе посвящаю. Кстати, этот запой я тоже тебе посвящаю. И эти улицы подворотни как снег, бесконечно прекрасные. И этот побег, и звонки неотвеченные, но не напрасные. И эту встречу, и все, что убить обещает, то прощает, а то не прощает. Кстати, это собой я тоже тебе посвящаю. Кстати, это собой я тоже тебе посвящаю. Я тебе посвящаю города, где мы не побываем. Утро, где не проснемся в обнимку, небеса, где мы не полетаем. Альбом с тысячу свадебных снимков, кухню, кофе, окно нараспашку, небо в звездах, рассвету моря, все, о чем я с тобой так мечтаю. Кстати, это с тобой я тоже тебе посвящаю. Кстати, это с тобой я тоже тебе посвящаю. Спасибо, ребята, как вы. Знаете, после такого пения, а мне даже не хочется петь, но дальше песня. Что споем? Купить. Купить. Море. Карс. Карс. Море. Купить я, наверное, не будет. Аннушка. Аннушка, вы все публик. Долбили. Она как мигом была. Так бывает. Спасибо большое. Не надо тряпочку. Нет, я думаю, все будет нормально. Линолеум, ничего страшного не пройдет. Не-не, там провода с хорошей изоляцией. Прости, не помню. Споем сейчас. Это интересная история. Мне Димка Сокол, значит, позвонил. И говорит, чайник, короче, тут надо... Ты сама, давай, ну, фитонем. Я говорю, ну, фитонем. Надо, значит, надо. Вот. Я приезжаю, короче, к нему. Вот, а он в то время жил в Климовске. То есть это под уже это Подольск. Ну, короче, неважно, не буду вас. В пригороде вот. Вот. Я приезжаю, и мы такие, он говорит, ну тут надо, говорит, на украинский язык перевести, там все остальное. Я говорю, хорошо, вот, вот это вот. Вы помните песню там? Я ее уже даже забыл. «Весна в Освенциме», да. А. Мы, короче, выпили две бутылки коньяка. Я быстро перевел сразу. Я сразу перевел, Дима говорит, охуенно. Вот, мы записали. И вот так вот получилась песня. Потом, ну, то есть, я вспомнил старую песню, прости, не помню, как зовут. Звоню Соколу, говорю, слышишь, это самое... Ответочка. Тут, да, тут как бы... Оливерды, да. Давай. Он, не, ну что, давай сделаем. Ну, короче, вот так вот песня получилась. Ну, круто. Причем старая для меня вообще непонятна. Я не понимаю, почему она вам всем нравится так. Классная песня. Это жизнь. Замечательная. В России помню, я зовут твою старую пару. Вот что это происходит сейчас? Я же написал миллион охуенных песен. Зачем вот вы эту подпеваете, ладно? Прости, не помню, я на что. Мне кажется, идем по кругу. Сырые стены сентября, разбитый вампир у порога. Так долго шли сюда и зря. Побудем здесь еще немного. Как зовут твою?
знаю, не важно, но с тобою и с кочем нам весело тут. Мы обнялся с головою, с закрытой дверью отвернусь. Таблички сорваны, надеюсь, что я сюда еще вернусь. Еще немного остылею. Забытый дом когда-то жил, и мы с тобой в нем умирали. Я здесь шутом тебе служил, за мной окна закрывали. Теперь ремонт забытых стен, оазис примитивной лепки. И открытия, где я посмел, остались вести листья в щепке. Прости, не помню, как зовут твою усталую подругу. Прости, не помню, как зовут твою усталую. Да, и сейчас бы должен был быть Богдан Олегович Резник, он такой бы соло такое въебал вообще, ну, да. Но не сегодня. А знаете, почему не сегодня? Он бы и так не приехал, ну просто... Он мог бы. Нет, он мог бы, но этот... Я его люблю очень сильно, это величайший гитарист. Но он долбоёбушка. А знаете, почему долбоёбушка? Потому что долбоёбушка набрасывается пивасиком, и на самокатике едет куда-нибудь. Нет, не руку, упаси господи. Уебался ногой, короче, куда-то. Я говорю, ты хоть как это сделал? Говорит, я не помню. Вот, поэтому да. Поэтому... Охрененно смазался. Ну, не охрененно отмазался, но это правда. Я уже в наш чат, ребят, я в наш групповой чат, я уже написал, говорю, скажите мне, пожалуйста, когда придет время, когда Богдан Олегович между пьянкой, самокатом и своим травматизмом найдет причинно-следственную связь? А он такой говорит, ну, наверное, никогда. Что, споем, ребят? Дети на планете. Говно вопрос. Дети на памяти, да. Хорошо. Юбка. Да. Море давай. Тоже хорошо. Что-нибудь солнечное, приятное, герой. Такое, да. Позитив, пойдите, позитив. Позитив. Чё-то реально вспомнил про Богдана и думаю... Такое, знаете, спеть, да, чтобы микрофон был поближе. Спасибо. Да. Никого нет в кадре, площадь пуста, свет погашен. Станиславский повеял, актеры ушли, продолжение следует дальше. Не оставить на завтра, не забыть во вчера, то, что крысы кота не доели. Открываю глаза, а вокруг доктора, словно мухи, кружат у постели. И важно, что эта жизнь непроста, живем дальше. Ребята, смотрите, важно, знаете, что делать? Кричать. Целуй меня! Взявшись за руки на 3-4. Черно-белые кадры, и мы, как стали в нижние мы, словно и не любили. Миром правит кино и его режиссер, но в этой жизни слепой архитектор. В кадре пусто пока, но смотри, нам опять не спеша запускает проектор. И важно, что эта жизнь непроста, живем дальше. 3-4. Целуй ниже, дыши глубже, живем дальше. Целуй ниже.
круто, ребята, аж струна порвала. Надо брать. Нормально съели, нормально, нормально. Главное, не бас. Для панковской гитары нормально. Слушайте, пусть на гитарах играют те, кто умеет на них играть. Я не умею. Порвалась какая-то струна, ну и все. Еще давайте тогда... Кузнечика что? Не, ну какого? Ну а что нет? Знаете как, нужно спеть те песни, без которых вы меня не отпустите? Ни в коем. Конечно. Да, поддерживаю. Нет, не поддерживаю. То, что ты поддерживаешь... Осуждаю. У меня даже складывается уже впечатление, что ты все мои песни написал. Стоп смеяться всем лицо, надо бахнуть, чтобы все знали. Стоп смеяться всем лицо. Надо. Ребят, смотрите, давайте прикинем так. Квартирник. Нормально у нас происходит? Да, отлично. А на улице мороз последний. Да? Смотрите, ну, песен 7-10. Нормально? Да. Мало. Нет, 20-30. Да нет, ну по времени. 20-30 это потом. Извините, пожалуйста. 7-10. Нормально. Минут 40 еще это будет. У нас есть добрый. Научили песню отличная. Научи любить без этой песни. А смеяться всем лицом. Андрей, давай посчитай. Без этой песни я не люблю. Можно здесь микрофон отстрелить? А я потом... Давай. А я потом... Давай, да. По старинке, так сказать. Только выключите вот шнур выкинь. С первого звука надо убрать. Я хочу Аргентину. Нет, давай мне гитару давай. Нет, мне гитару. Только подожди. Вытащите шнур. Вытащите шнур. Все уже сделали. Пока. Она не... Дети на пакете не купят. Без. Я думаю, звука хватит, чтобы микрофон. Да, отлично вообще. Кого там звука на пакете? Ладно. Тогда улыбается. Наоборот, мне кажется, классно. Однажды я приехал, короче, домой. Ну, я был, наверное, в твоем возрасте где-то. О, и приехал домой с девчонкой. Вот. То есть и, ну, у нас были прекрасные разговоры, там все остальное, и когда дошло, у меня цель была. Ну, мужики меня поймут, какая цель. Да, ну, Да. Вот. И я подумал, ну, раз я уже вот это вот все, там, все остальное, там, 30, то, наверное... Наверняка. Что-то, ну, я заслужил, ну... Вот. Это такие девочки. Ребят, ну я тогда получил больше. То есть, когда ты теряешь что-то, ты получаешь больше, чем ты даже этого ожидал. Я вам сейчас объясню. Когда не ожидаешь, получаешь. Я вам скажу. Слегка. Она сказала, что... У нее приболела мама. Вот. Ей нужно уезжать к маме. Вот. Ну, то есть я понял, что у меня, ну... Обломилась. Ну, обломилась, да. Вот. И я посмотрел и вызвал ей такси. На последние деньги. Это же приложение было. Тогда еще не было приложения. Я просто достал последние деньги, позвонил. Тогда нужно было позвонить. Я дал ей деньги. Вот. И она уехала. Но почему я говорю, что я получил тогда больше, чем. Знаете почему? Потому что. Не рано спать, не поздно лететь, сегодня сказать, сегодня успеть, ты так близко и так далеко в бокале портвейн, а не прикон
тебе нечем дышать. Прости, я много курю, достаточно выпил. И прямо говорю, я устал от любви, от соплей и слез, а ты такая. На улице мороз. Вот почему я говорю, что я получил больше. Тогда я сильно расстроился, а сейчас я понимаю, что, блин, я же песню написал, которую вы поете. Я лучшая. Просто одна из. Я пробитая совесть, вчерашние измены, я проклятая всеми, пьяная страсть, и мне все равно, кто ты, Маша, Юля, Оля, Лена, я готов в твои объятия пропасть, я вызову такси на последние деньги, если хочешь уезжай. Решайся скорее, у нас еще есть время, ты такая, я за себя боюсь. Представляете, девчонка, которая просто уехала. Даже не, она же даже не знает, что это про нее песня. А точно? Это точно. Ну, проверяли? Нет, это точно, я вам говорю, ну просто вот так вот. И поэтому я вам что хочу сказать, ребят, иногда, когда в жизни, ну, существует такой вот... Сильный. Ах ты ж, мать богов, что-то не получилось. Значит, так надо. Случайно. Все, все получится. Ребят, все получится. Реально, я вам говорю, все получится. Песня круче, чем девчонка, мне кажется. Однозначно. Это не я сказала. Нет, ребят, круче, чем моя жена, вообще никого нету. Нет, это понятно. Что споем? Романтику. Давно вопрос. То, что надо, что ложится. Прям хочется, знаете, нет, давайте ставим говно вопрос. Ну, честно говоря, мне вот уже эта песня... Да понятно, вот, а на улице мороз, нет? Она лучше, что нет, на улице мороз, она хотя бы про любовь. Про любовь. Можно сказать, простреленный флаг зайдет, не зайдет? Ну, это одна из первых твоих песен, а я не вспомню ее просто. Не вспомнишь, да? Не вспомню, да. Романтика. Ну, что-нибудь из старенького. Мозга! Серега ее вспомнит. Серега подскажет. Давайте вместе петь, это же здорово. Мне уже не в радость движ, спать ложусь примерно в час. И не помню, как допил я портвейн в последний раз. Мне все чаще говорят, пора остепениться. Но сегодня такой день, я хочу напиться. Я тоже сейчас съебучу. Ну и что пусть говорят, и без нас было бы скучно жить. Я сквозь дым твой вижу взгляд, предлагаю выпить. Видишь пятна на луне, дай скорее мне руку, вместе гребнем. Давайте нормально. Давай. Даешь романтику. Эта гадость так горчит, как лет 15 тому назад. Со стены улыбается Сид, я в узкие джинсы впихнул свой зад. Родная, скорее доставай из кладовки старую косуху. И прочь бежи без своей мышеловки, так возьми серьгу мне в ухо. Ну,
предлагаю выпить. Эй, видишь пятна на луне, я стою вместо гребня. Надо было, блин. Обобрал. Что дальше поем? Мы все останемся, дети на парапете. Все останется. Маскарадла. Маскарадла. Маскарадла, пожалуйста. Все. Короче, все. Я понимаю, пишем, я говорю, пишем. Это всегда так. Это так. Новые еще не выучили. Еще не выучили на новые. Можно я спою то, что я хочу? Конечно. Вот, красавица. Пусть за окном дождь, а на лице ночь, а на глазах лёд, да на щеках лёд, а Маша губы дует, да у дождя воюет, а рыжку кали пустя, а Маша любит край. Там, где она бродила, плачет тебе любовь, слезами грязь. Маша ее забыла, ее как истеричка, но Маша не такая, молча жует спички, дом на слюну глотая. Выпившая стихия дарит свое тепло тому, кто шептал «Мария». Но Маша не такая, молча жует свечки, старый роман читает, думает, истеричка. Знает, никак нельзя так полюбить навеки, надо же быть правильным человеком. В окно дурак, мило рукой помашет, а он ответит ей: «Моя Мария, моя Маша! Моя Мария, моя Маша! Моя Мария, моя Маша! Моя Мария, моя Маша!» Володь, я думаю, что пять песен и, да, и закончим, и общение. Зачем вот эти все дела, вот эти, знаете? Зачем вот эти все песни? Еще? Пять лучше. А где песни дальше? Ну ладно, зачем вам эта песня «Дети на парапете»? Ну как это? «Дети на парапете»? Нет, я понимаю. Давайте что для тебя исправим. Ялту! Когда-то онлайн. Когда-то онлайн. Лучше бы не говорили об этом. Что из нового? Андрей, смотрите, смотрите, объясняю, почему не люблю петь «Мой героин». Раньше ничего не было. Офигенно. Раньше все было. Сложно. А дядьку можешь? Дядьку. Что за дядька? Советскую избой. Да. Там рекламу. Кто с
Фёдором Сизелицыным. Героизм. Кого я пишу, пожалуйста? Ребят, на этот вопрос вообще всегда есть одинаковый ответ. Новое, да. Ну, потому что... Ничего не написано? Нет, уже написано. То есть, так получается, что... Ну, ты же когда вот написал песню, то есть, ты, я же не придумываю песни, я их подслушиваю. Серьезно, то есть, я вот где-то, то есть, ну, вот где-то сердце, вот где-то, знаете, там, потом раз так взял... об дерево прислонился, подслушал, потом выболело, и все это самое, ну, рассказалось. Ну, я вот так вот воспринимаю свое творчество. Я реально, я не пишу песни. Мне, ну, то есть, только не думайте, что я дубоёб. Любое дерево. Все мы такие. Нет, ребят, ну, я вам честно говорю, то есть, я иногда вот сяду, сижу такой, все хорошо, значит, никого не трогал, да. А потом резко, я такой беру ручку, ну, начинаю писать, там все остальное, потом думаю, отпускает, ну, реально отпускает. Так есть, и должно быть. Я потом смотрю такой, ух ты. Так и есть. Думаю, а это что, я сейчас, ну, типа, придумал? И мне когда там некоторые люди пишут, там, типа, чувак, ни хрена себе, ты там какой-то поэт. Я не поэт, я себе поэтом не считаю. Я да, это точно. Пишет белочек. Я, ну, я реально, я не поэт, я алкоголик. Я реально, я не поэт, я алкоголик. Я реально, я потом смотрю на то, что написано, думаю, это я, что ли? То есть, ну, это вот так вот. Мне иногда бывает тесно наедине с самим собой. Я опускаю место в кресло, сижу, киваю головой. Я не поэт, я алкоголик, я на высоке не хожу. Я точно знаю свое место, я этим местом дорожу. И пусть за окном играет гимн, пусть
сейчас много, обещай мне. Всяких забор, все так противно. Я место сохраню в тепле. Да и не правый, и не левый спасает пиво от контры. Но всем вам земле смело. Я патриот своей страны. И пускаю небо в Комсомоле, и гордо галстук не носил. Зато я пионер волю любил, как родину любил. Вино портвейн мы пили вместе, любовь тогда была со мной. Но Оля знала свое место, увы, не стала мне женой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что ж ты, Оль? Ну вот здесь, если был Денис на гармошке, он бы сейчас сыграл соло. Почему не хочу Ялту? Расскажу. Потому что наше радио, знаете такое радио? Да. Ни одну песню из альбома «Столько не сдавайся», я считаю, там миллион было хороших песен, не взяло, а взяло именно Ялту. Не хочу. Потом позвонили, говорили, Ялта, все, окей. Не хочу. Не нравится мне песня Ялта. Море можем. Давайте споем. То есть мне уже петь не хочется. Правда, но нет, вернее, не то, что не хочется, ребят. Устал, устал, просто накинулся, выстрелился, все как бы. Босиком! Пошел тому песку, придумал показу линии берега. Нас с тобой. Тебя ты волной набила, а ты мне не верила. Нас с тобой. Забыли где-то там за горизонтом были города. Мы с тобой сошли с ума, разрушив все мосты. Ох и прах. Мы с тобой бежали от тоски подальше от городов. Здесь тепло, не добитые искристые плесни, шум бойцов. Мы с тобой оставили там все, что можно было отдать. Там, увы, от тебя не убежать. И на рассвет меня тебе не убежать. Вы куплет забыли. Ну и хрен. Зато в танк попали. Смеяться всем лицо. Говно вопрос. Надо. Пуля. Давайте не петь говно вопрос. Ну, говно вопрос. Без этого не отпустим. Чтоб точно. Давайте говно вопрос. А что-то из относительно что-нибудь, что-то забыли вспомнить? Нет. Чемодан? А вы знаете чемоданы? Да. Папуля. Давайте. Он знает все. Я только... Да он знает то, даже то, что я не написал. Я уже все понял про него. Ребят, ну вы поете. Еще холодно, но уже зеленеют листья. Наши чувства, как письма, электронными стали. Мы молчим, нет обид, только грустные мысли. Не ищи виноватых, во всем виноваты сами. Покой в чередах, любовь и разлуку, обид и рады. Боль старых ошибок, победы и падения нас, ненужных и странных, пахучая вода.
все стало ясно, понятно. Нужно выйти за круг, тот, что нам очертили. И гори оно синим, гори! Гори я, освещай нам путь из мира, где жили-были. Пакуйте чемоданы. Немножко эстрофика. Ну ладно, все. Мы не тянем. Ну ладно, что, не тянем? Ладно, все. Все слабо, ясно, понятно. Ладно, шутка. Тянем. Да куда? Иди, конечно. Маска. Пожалуйста. Пусть вы оставите. Посчитай. Да, ребят. Ребят, давайте я все-таки... Знаете, как сделаем? Сейчас споем все вместе песню. А потом, короче, пообщаемся и на том закончим. Ну тогда нужно... Согласны? Нет. Да. Нам мало. Мало? Ну что значит мало? Ну что такое? Мало спрашиваешь. Нет, 2 часа уже прошло, ничего себе. Надо уважать чувства артиста. Не вопрос. Он не радио. Я за Андрюхой. У кого-нибудь есть кляп? Я не стал заказывать. Ладно, давайте тогда сделаем не так. Сейчас спою какую-то редкую песню. Редкую? Да, оно какое-то ритм, только не Аргентину. Но могу. Они напросила. Надо Аргентину. А что спеть? Купить. Аргентину. Красных трусов. Маска. Да, это в красных трусах. В красных трусах, я не знаю. Давай. Блин, ну вот. Что ты делаешь? Да ты да. Опа, кстати. Я, ну, честно говоря... Вы будете вдвоем? Они будут так слушать. Рисуйте меня на фонтане. Нет, гитара не подключена. Не и лезь ко мне в трусы холодные. В штаны. Почему? Ладно, не будем это все делать. Стоп смеяться всем лицом, ну надо. Пожалуйста, Массандру надо. Как ни крути, Массандру надо. Разница? Последние сигареты. Две пьяные. Накидывай. Осталось реально две песни. Ну давай что-нибудь. Ну выбирайте. Это вообще. Да, чтоб смеяться. Массандру, когда ты умаешь? Да, мы вместе споем, чтобы полегче было. И Карлс. Ну, Массандру надо. Озвучилась, пусть давайте все останется. Давайте так, смеяться всем в лицо и какую-то шампу. Пусть останется кейс, это классика. Чувак, тут уже нет. Блин, Золушку, Золушку. Золушка. Золушка это тема. 100 лет одиночества. Что происходит? Золушка тема. Золушка. Смотрите. Когда я такой сижу и, знаете, типа улыбаюсь. Я же понимаю, что без меня совсем лицо не упирается. А без Массандры тоже не отпустим. С котом вместе закроем? Так вот, так и сделаем. Давайте смеяться всем лицо, ребят. Круто, бери, круто. Потом Массандру споем. Да. А потом пообщаемся на кухне. Да. Да. И еще споем. Идеальный вопрос. Акапелла. Ну-ка, я так тихонечко, знаете. Жизнь закончилась, как пленка, но пьянский крик и все сначала. Снова стала мать девчонкой, папа рыбаком встречала. Чтоб смеяться всем в лицо, когда мое плюю, когда только пору, когда брыжу желчью, когда подставляю им свою песню.
решила, рано зуб молочный выпал. Мудрость каша, но остыла, снова молоко, новый стрел. Чтоб смеяться всем лицо, когда мое блюд, жаль такое я в боку, когда брыжу желчью, когда бороды глаза мои клюют. Я смеюсь и поставляю им свою печень. Чтоб смеяться всем лицо, когда мое блюд, жаль такое я в боку, когда брыжу желчью, когда бороды глаза мои клюют. Я смеюсь и поставляю им свою печень, им свою печень. Спасибо, спасибо, ребята. А падает микрофон. Ну я же обещал. Маскарад. Массандру обещал. Массандру, давай. Давай. Который раз птицы вернутся домой. От зимних дней не осталось почти ничего, ничего. Здесь у нас на двоих это море, этот прибой. И мы поем, и не слышим уже никого, никого. Мама, мама, пацанка, папа, папа, немного. Я-я-я, жив, едва ли, миру мир, дальняя дорога. Я так рад, что ты снова со мной. И я прошу, почитай мне, как раньше, свои стихи. Есть у нас на твоих это море и этот прибой. И мы поем, и не знаем мы песен плохих. Мама, мама, Массандра, папа, папа, немного. Я жить едва ли, миру мир, дальняя дорога. Мама, мама, Массандра, папа, папа, немного. Я жить едва ли, миру мир, дальняя дорога. Мы поем, а над городом ночь, революция спит. Из окна нам швыряют лохмотья о повсевшей любви. Что ж ты, друг, головою поник, что так тяжко идти? Ничего, есть вино, значит, крылья есть! Летим! Летим? Летим! А теперь вы, ребят, тогда. Мама Массандра. Мама, 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 мама Массандра. Белгород, у вас же есть тут филармония музыкальная. Смотрите, ну все же нормально, смотрите. Мама, 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 Массандра. Папа, папа, не могу. Теперь сами. Я живу в Альбе. Спасибище, ребята! Ребят, знаете, что самое важное? Вы сейчас спели фразу «Миру, мир». Вот это вот. Люблю вас всех, спасибище вам огромное. Пускай ваши дороги всегда меняются, ребята. Дай Бог, дай Бог. Спасибище! Неси нам свет!